Здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники и коллеги. Я Алиса Куприева, пианистка, автор и продюсер музыкального проекта «Лофт Филармония». Сегодня я рада сообщить, что к запуску готов 5-й юбилейный сезон проекта. Для реализации всех намеченных вечеров мы запускаем краудфандинг на портале planeta.ru. «Лофт Филармония» — это новаторский и просветительский проект, действующий на постоянной основе в культурном центре ЗИЛ. Это удивительное место, наполненное жизнью и творческой энергией. Здесь очень много молодежи и увлеченных людей. За 4 года существования проекта мы провели более 100 концертов, а количество участников на сегодняшний день подошло к 300. Музыкальное действие происходит в лофте, в зале-конструкторе, блэкбоксе с металлическими фермами. На проекте есть видеоинсталляция, которая трансформирует пространство зала-конструктора и виртуально переносит аудиторию в атмосферу разнообразных концертных площадок мира. Таким образом, мы воссоздаем музыкальный салон сквозь призму тенденций 21 века. Благодаря модерации, элементу живого общения музыкантов и аудитории, гостям проекта максимально комфортно воспринимать академическую музыку и одновременно открывать для себя внутренний мир артистов. Камерно-инструментальные и сольные программы, исполняемые мэтрами и молодыми артистами, невероятно разнообразны и очень увлекательны. Синергия всех элементов позволяет полностью погрузиться в удивительный мир музыки. При этом исполнительское искусство сохраняет свой первозданный облик и цели, но становится немного доступнее и ближе для каждого из посетителей. Я благодарю всех, кто поддержит проект вновь. Давайте строить культурную матрицу вместе. Приходите на концерты, я вас жду.